Приветствую, девочки, мальчики. Глафира Брам в теле Зефирах. С очередным шмотом. Лакоста. Лакосте. Лакоста. В русской привычке так говорить. Бренд известен давно. Многим известен тем, что носят и мужчины, и женщины. И одна из примечательных достоинств Лакоста, то, что там выпускают поло. Я не буду вам рассказывать там про историю поло, да кто придумал, да что придумал, для чего. Смысл такой, что это легкий трикотаж натуральный, с кнопочками, с пуговками, извините, с жестким воротничком и с типичным крокодайлом на всех местах. Михалыч у меня любитель полазить, поискать скидки всякие. Ну, обновлять-то гардероб по-любому надо, даже бандитам-инвалидам. Что говорить-то? Одеть-то в чем-то надо. И, говорит, запал. Ну, запал. Стали искать фирменную. Объясни происхождение этой Лакосты. А, ну это натуральная Лакоста, настоящая. Подожди. Было... приобретена... Вы забежите. Была приобретена в прошлой жизни. 10 лет назад. Потрепана уже чужими женщинами, обцелована. Помада даже где-то. Ничего, никакой помады там нет, там есть шелковица где-то. Ну, это старая Лакоста. Но купленная... Фредди Крюгера куплена в фирменном магазине. Я же даже не вижу, где пятно. Может, я же отстирала его тащили. А может, и отстирала, да. Вот такая я. Вот обратите внимание, здесь есть всего лишь одна осталась. Номерок, 100% котон и буква F с какими-то там цифрами. По воротнику выполнен Лакосте с одной стороны и с другой стороны. Крокодил не ловится, не растет кокос. Номер 7 и крокодил с открытой пастью. Обратите внимание, внимательно посмотрите на пасть. Здесь. И теперь смотрим на пасть вот здесь. Если тут он более широко раскрыл рот, более красный, то на лейбле, на грудях, которые расположены, он не такой. Он как будто только с языком. Все запомнили вот это? Я неспроста, это интриг, неспроста вам это показываю. Рукав. На резиночке. Легкий реглан. Легкий, прям практически незаметный. Но Фредди Крюгер прям типичный. Вот извините меня, Михалыч, но Фредди Крюгером-то вот это хорошо полы помыть или вот на даче что-нибудь покопать. Ха-ха, сказала я 3 раза. Михалыч любитель поискать акции, скидки. А я еще это все время подогреваю и говорю, ищи. Ищи. Ищет и находит. Акция. Я уж не знаю, это акция или нет. Дают 3 по цене половины. В настоящем магазине стоит 6,5, 7, 8 тысяч. Ну, по тем деньгам и Лакоста бралась. Нет, мы заходили, там был такой магазин. Я зашла и вышла. Посмотрите. Все как правильно, пакетик. Теперь маечка. В маечку сложено вот такой вот твердый картон. Ну, помятый, потому что ехал Почта России. Сами знаете, как они к посылкам-то относятся. Конечно, краткая инструкция по... Покажите нам. Почему-то там. Но дан правильный сайт, если вы на него войдете,
lacoste.com, то найдете там шмот разный. А тут понаписано, ни слова по-русски не написано. Эксклюзив, дистрибьюшн, ну, короче, как всегда. Опа, нитка. Смотрим. Отличия и различия. Помните, я вам говорила о том, что слушайте внимательно. Здесь на фирменной футболке 3 пуговицы. Здесь всего 2. Хотя пуговицы абсолютно идентичны. Такие же. Ничего там не написано, все очень просто. Теперь смотрим на крокодила. Вот этого крокодила и вот этого крокодила. Крокодайл. Вот этот крокодил фирменный чуть-чуть на размер поменьше. Хотя и тот, и другой пришит по контуру, как положено. И если у этого высунут язык, то этого изображена вся кровавая пасть. Хотя на лейбле вот здесь все правильно, все точно так же, как и здесь. Я думаю, несущественный момент не играет, что у вас тут 3 пуговицы, а тут у вас 2 пуговицы. Трикотаж. Разницы вообще никакой нет. Вот как он зернистый идет, трикотаж непрозрачный, катон, так и здесь. Синтетики здесь не ощущается. Что очень хорошо, значит, не будет жару жарко. Разворачиваем и смотрим. Размер это какой у нас? 52-54. Мы уже одну померили, в общем-то, сидит прекрасно. Никаких нареканий насчет этого нет. То есть мы купили... Мы купили 3, я уже об этом говорила, что мы купили 3 по цене половины фирменной. Обратите внимание, швы все сделаны нормально. Есть вот такая прорезиненная трикотажная вставка. Каемка такая же. Точно такая же на воротнике. Раскрываем, смотрим. Придираться, вот знаете, ну невозможно придраться ни к чему. Если кого заинтересует, чтобы не говорили, опять реклама. Никакая это, ребят, не реклама, потому что Глафира Абрам плохого не посоветует. Но вот эти вот остатки производства, это ерунда. Остатки ниточек. Все швы. И даже запасная пуговица. Написано, что выполнено из 100% картона, хлопок. Как стирать. И все. Помните ту маленькую бирочку? И это намного больше. Разрезики внизу. Разрезики внизу. Фактически идентичные. Да? Ровного размера. Так что, ребятушки, я что-то как Шилов, ребятушки. Так что, девочки, мальчики, которые любят фирменный шмот и ищут качественные вещи в 21 веке, есть незначительные детали расхождения, но незнайка, то есть тот, кто никогда не видел Лакоста, или видел только там по телевизору, или случайно в магазине, ни за что не догадается то, что это у вас чуть-чуть не Лакоста. Да. Будем говорить так. Тем более, свою первую Лакоста я купил году в 86-м. И почем? Рублей 120. О, 86-й год, представляете, буржуй какой, 120 рублей. Люди на это полтора месяца жили. В 86-м году. Я зарабатывал хорошо. Вот так вот. Вот так вот, вот такочки. Короче, девочки, мальчики, кому надо, прямую ссылку дам.
Пользуйтесь на здоровье. На выбор дают два. Два вы оплачиваете, третий идет в подарок. Любой цвет, который вы пожелаете. У нас зеленый, синий вот такой электрик и черный. Ну а с вами была Глафира Абрамовна, которая плохого не посоветует. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Рассказывайте, что у вас есть из Лакоста. У меня есть штанишки из Лакоста, кстати. Ой, ну, любим мы всяких шмоток, любим. Чмаки-чмаки, в обе щеки. Не посоветую плохого. Да и хорошему, как говорит Михалыч, не научит. Пока.